Муза, скажи мне, за что мне работа такая досталась? И почему меня многие люди в России не любят? Я же богиня Фемида, доверена было которой строго законы блюсти и судить беспристрастно всех, кто не чтит Уголовного кодекса норм. То, что надето на мне, объясню, чтобы вы понимали, это хитон благородный, одежда богов олимпийских, но почему-то в последнее время частенько недруги в злобе его простыней называют. То есть, что продажные женщины самые срам свой от глаз похотливых гостей прикрывают. Это весы, на вместительных чашах которых зло и добро соревнуются. Кто перевесит друг друга, если добро перевесит, шуруй на свободу. Зло перевесит, пожалуй, любезный, на навы. Помню, недавно была на скамье подсудимых, та, что по паспорту Савченко звалась, Надежда. Крепко и скажу вам орех, это Савченко Надя. А занималась при этом она терроризмом. Только представьте, она на земле Украины шлялась при всех в украинской же форме военной и защищала засевшую в Киеве хунту от бронетанковых сил добрых шахтеров луганских. Этого я не стерпел. Повелела доставить прямо в Москву под мои справедливые очи. Савченко эту, но было задать мне нелегким. Так как, собравшись на сотовой связи антенну, Савченко ловко при помощи Nokia старых руководила огнем минометов и пушек по блокпостам и позициям мирных луганцев. Долго потом прокуроров честнейших бригада билась за правду с ее адвокатов-компашков, с теми, кто как в первый раз с нашей судебной системой встретились злобно твердя судьи, она невиновна. Тщетные их были усилия со мной прибираться. Были они мне смешны, ибо не знали придурки, что уши мы ватой забили. Ватой, которой в России больше, чем в Киеве сала или снегов в Антарктиде. Боги, что было потом, по законам судебным Савченко вечно голодной слово последнее дали, чтобы могла она нам, голову скромно понурив, выразить страх перед карой и попросить наказания на год и на два уменьшить, слезно об этом моля. Нет же, гордыню свою вновь проявила злодейка из-за железной решетки. Фак! Показала рукой. Вспрыгнувши на табуретку, спела фашистскую песню, что на земле Украины гимном зовут почему-то. Так поступила она, зла переполнившую чашу. Лишь приговор справедливый мог завершить этот бред. Все повторилось. Я здесь Кольченко вспомню с Сенцовым. Те, что хотели взорвать Ленина памятник горный, и где-то в Крыму, за это я им вкатила двадцатку. Тем, кто мне скажет, что я, гордая дева Фемида, строго гляжу на хохлов, братьев своих несмышленых, я отвечаю, охрен. Я их своим справедливо. Дадина, вспомним Илью, я же его на 3 года упаковала за то, что в одиночку стоял он в лютом общественном месте слово «свобода» держать. Эти смущают людей нашей свободной державы. Мне непонятно одно, что
Что-то сестра из Гаага письма последнее время странные шлет постоянно. От европейских элиты в Польше пришло приглашение в гости приехать в Гаагу, взявши при этом с собой богоподобного сына питерской славной земли. Охороносца, гаранта, стерхов небесных морда. Чего я такой, кто? Думаю, вы не поймете. Не потому что боится, а потому что в Европе климат плохой. И к тому же пидоры там по всему знают. Женятся и маршируют. Нам там не нравится. Вот.